видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 4 на странице 93 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Вычисли, используя числовой отрезок. 5 плюс 2. 5 прибавим 1, получится 6. И прибавим еще 1, получится 7. 5 плюс 2 равно 7. 6 минус 4. Из 6 вычтем 1, получается 5, еще 1. 4, еще 1, 3 и еще 1, 2. 6 минус 4 равно 2. 3 минус 3. 3 минус 1 равно 2, минус 1 равно 1 и минус 1 равно 0. 8 плюс 1, 0. Значит, мы к 8 не прибавляем нисколько и остается столько же, то есть 8. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.